10 класс подготовился, да, заметно. Сидели жюри, им понравилось это. Сразу же они подготовились. Не представили, я считаю, достойным образом жюри. Масканян Арсен, Мавзан Шатанис, Садыкова Карина. Спасибо, что пришли, они согласились, мы жюри. Так, у вас еще один элемент приветствия, да, получается? Да, хорошо. Линзы как радуга сияют, никогда не унывают. Как ясно. Наша Викс достойна чести. Быть всегда на первом месте. Почему мы команду Винкс назвали? Бабушка из танцовщи. Бабушка. Это только приветствие. А там дальше еще? Нет, да они как-то видели. За одинаковую работу поставлю 2. Волк? Что случилось в сказке «Волк и Семенов»? Волк пришел, когда ушла мама, и съел всех козлят. Мама ушла, мама ушла, пришел дядька и съел всех детей. Рано они ушли, потом полный трэш. Что сделал Буратино с монетами в сказке «Золотой ключик»? В сказке «Золотой ключик» Буратино закопал монеты на поле чудес. Лошара вложился в альткоин и все просрал. Финансовая пирамида. Что произошло в сказке о потерянном времени? Старики поменялись телами с детьми, и они хулиганили. Старики молотились и хорохорятся. Шоу «Уральские пельмени». Блядь, секрет, 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 сек
Почему учителя русского языка не любят должен? Потому что они в клетку. Смешно. Ладно. Знаешь, кто такой Моцарт? Дурак. Да. Соревнования между учителем ОБЖ и физкультурой. Первое место занял учитель ОБЖ Закир Ильгамович, который в продолжительной борьбе победил учителя физкультуры Закира Ильгамовича. Поздравляем с победой! Приветствую. На прошлой неделе пятые классы ходили в музей города Азнакаево. И оттуда они принесли для себя очень много полезного, в том числе скелет мамонта и шкуру медведя. На уроке ОБЖ учитель технологии разобрал автомат Калашникова, а собрал ядерную бомбу. Итак, а давайте представим такую сцену. Сейчас у нас бабушки продвинутые. А представьте, что произойдет, если мошенник попытается что-то украсть у бабушки. Пик-пик-пик-пик, баба! Вот, не зря я Ютуб смотрела, как бомбу делать. У меня второй пакет есть. Сегодня у нас необычный гость в разговорном шоу. Это ток-шоу «Необычные люди». Итак, поехали! Вот, это человек, который все время поддакивает. Да-да-да-да-да-да-да. Вы все время поддакиваете? Да-да-да-да-да-да-да. Вы дурачок? Нет, на самом деле я пришел сюда, чтобы показать вам, как работает антрон коллайдер. Для этого нужно ускорить две частицы до скорости света, столкнуть их, и даже может появиться черная дыра. Покажите нам. Смотрите, берем две частицы. Ускоряем их. О, нет, черная дыра! Черная дыра на меня засасывает! Нет! 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 Мы везем репортаж из черной дыры. Почему задержки нет? Не знаю. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Из-за сильных морозов учебу 30-31 февраля отменили. Учительная. Ученик на технологии. Буквально следуя правилам, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, изобрел 7-метровую лопату. Как-то в школе был пожар. И все помогали дружно, кто дровами, кто бензином. Сюда шутки шутить не пришли. А, я забыл.
Итак, это была команда Винс, и сейчас мы покажем вам лунную походку. Поехали! Я тебе ставлю вторую пятерку сзади. Представляете, вторая пятерка у Сидорова.
Хотя он ничего не знает, на самом деле. Но это мы не скажем, конечно. Хорошо, министр. Не переживайте, на меня в школе тоже так орали. Теперь я министр образования. Стой, Иванов, тебя не захнуло. Вахтер же, закрыть его любым способом. Не показывайте министра образования. Русский мать, я загадываю, я всегда.